Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Дорогие фанаты, сила Тюркоглу не оставила вас в покое на встрече нового проекта Халила Ибрагима Джейхана. Если вы хотите узнать больше о силе Тюркоглу и Халиле Ибрагиме Джейхане, посмотрите наше видео до конца. Пожалуйста, оставайтесь с нами на нашем канале. Вы можете поддержать наш канал, активировав кнопку «Присоединиться». Наши дорогие поклонники, Халил Ибрагим Джейхан и Сила Тюркоглу, главные актеры сериала «Доверенная», увеличили свою известность благодаря высокому интересу к сериалу и его просмотру за рубежом. Продюсера также увидели успех нашей пары, которая находится на вершине рейтинга самых любимых актеров во многих странах. Халил и Сила получают множество предложений о съемках в сериалах и фильмах. В последние недели мы сообщали о Халиле Ибрагиме, который встречается с продюсерской компанией, чтобы обсудить проект фильма. Сила, должно быть, увидел эту новость, потому что Халил Ибрагим больше не оставляет Джейхан в покое. Сила также участвует во встречах. Ненадежность или простой случай? Как вы думаете, что показывает это движение Силы? Будем рады, если вы напишите свои ответы в комментариях. Дорогие друзья, которые любят Силу и Халила, как только появятся новости о Халиле и Силе, мы передадим их нашим уважаемым подписчикам. Оставайтесь с нами для мгновенного доступа к последним новостям. Подписывайтесь на канал и делитесь видео. Держите уведомления, чтобы смотреть первыми, получать уведомления о новых видео. Будьте здоровы, пока!